Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас начинается очередная экспедиция, надеюсь, хотя бы как минимум на ночь. В общем, приехало народу предостаточно, жалко, что не все, кто хотел, приехал, доехал. Вот даже, ребята, вон машина стоит, вон, с Волгограда приехала, ребята, да. В общем, классно. Вступление, ребята, начинаю именно за застольем. Хочу вас познакомить, у нас несколько людей новых, один, к сожалению, с Волгограда, который приехал, сразу на коп побежал. Но у нас по традиции за стол, задобрить земляного деда. В общем, Санька, Илюха, Санька, Костяныч, Серега и, конечно, наш Кинг. В общем, ребят, начинаем. Если вы меня видите, значит, у нас находки есть, и я думаю, что-нибудь у нас классное получится. Сейчас костер, немножко мяска под закуску, под горячую, и мы начнем бой. Так что начинаем. Да? Разлито? Ну, тогда, ребята, все, дело поперло. Смотрим, будет очень интересно. А? Дай! Да не дай, блядь, отдай! Ну, Сережа уже это, как говорится, готовый к развлечениям. Ну, а мы, ребята, втихаря. Вы это не любите, когда застолье, да? Не любите? Пишем в комментарии. Ну, а мы вне эфира. Хлопнем за земляного деда и за находки. Ну что, ребят, оказывается, мне еще и подарки тут приготовили. Обожаю подарки, особенно от комрадов, которые по делу, ребят. Не так вот, знаете, там, а по делу. Нужно. Именно вот Костяныч приехал и привез классно. Кто там привез? Ну-ка, рассказывай. Чехол, о, ребята, чехол, обязательный атрибут. Фляжка будет обязательно. Две хабарницы. Хабарницы, ребят, смотрите, какой хабарниц через плечо. Вообще класс. Плюс на ремень. Плюс на ремень. Плюс за ногу. И за ногу. Блин, я сейчас буду как этот, ребята, как Рэмбо, знаете. И еще там что? О, еще хабарницы, ребята, это самое, под пинпоинтер, да, и под монеты. Ребят, я действительно сейчас вот оденусь, амуницию всю, вот эту, которую мне Костян подарил. Вот, это чисто, вот, знаете, военная атрибутика. Вот, я буду сейчас как этот, Рэмбо. Первая кровь. Ого, там кирпич можно положить. Не один, четыре. Так что классно, ребята, я теперь снабжен. Класс, класс, класс. Спасибо огромное, Костян. Итак, ребят, мы до сих пор стоим у стола. Видите, вон машина, которая с Волгограда. Он наконец-то к нам присоединился. Это у нас Федор. Вот у нас, ребята, Федор. Здорово, здорово. Ребят, он к нам присоединился. Угадайте, откуда? Да как угадайте, да? Я уже 150 раз сказал. С Волгограда, ребята, приехал к нам в Самару. Ёшкин кот. А вы не можете приехать. Да, вы не можете к нам приехать, совместно покопать. Как вы видите, у нас по находкам уже есть пятак, кольцевик, да, куча серебра и т.д. и т.п. Вот. Находки есть? Крапуль пока. Довольно. Пока, да. Ребят. Надо разбавиться еще. А Джек, то есть Федор, он также решил мне сделать еще какой-то сюрприз. А какой? Давайте мы вместе и посмотрим. Что? Саша, я не знаю, у тебя есть коллекция, нету в коллекции. Но. О, ребята. Три копеечки 1897 года. Александр II. Ребят, огромное спасибо вот за такую коллекционную монету. Именно 1897 года. Если честно, я не нумизмат, я копатель. У меня коллекции так таковой нету. Но с недавних пор я стал собирать именно коллекции, подаренные именно подписчиками, комрадами. И эту коллекцию я составляю. Так что огромное спасибо Федору за такую монету. Она, конечно же, у нас отправится. У нас в коллекции уже достаточно много, и в ближайшее время я вам эту коллекцию буду показывать. Кто присылает мне находки, свои находки. Так что придет время, я обязательно свою коллекцию покажу. Ну а так мы, ребята, в дружной компании сидим, греем тары. Ну и, конечно, ребята, отправляемся вон туда, на те места поднимать находки. Так что огромное спасибо Волгограду. Спасибо. Ребят, моросит ветер.
Я вам более ничего не показываю, не снимаю. Значит, шурфа. Начал я разрабатывать ранее начатый кем-то шурф. И, знаете, уже шурфлю минут 40. Не, 30, да, точно. Ветер, дождь, много не снимаю. Была одна находка, колечко серебряное обломное, я вам его не показывал. Но это серебро я вам показать обязан. Это у нас 10 копеек. 21-й год, ребята, 21-й, ешьте, что я налево. А она дорогая. Вот так вот, ребята. Два сигнала, два серебра. Зачет. Да хватит пылить, ты ешь твоя налево. Че ты пылишь-то? Пыли и так хватает. Зачет. Класс, 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 класс. Серебро к дождю. Или дождь к серебру. Стан стоит, одинокий, никого нет. Все копают. Итак, ребят, ходим, бродим. В конец деревни пришли. Здесь шурф на шурфе. Вот тоже разработанный шурф. Познакомился с пацанами. Раз. Пацан два. А вон еще одна машинка. Вот все с Самары. И знаете, верховой сигнал. Ёшкин кот. Прямо на фундаменте. Вот она, круглая монетка. Что за монетка? Это 2 копейки. Александровского образца. То есть капуста, ребята. Сохран, конечно, желал бы лучшего. Ну, вот такая вот. Первая сегодня царская. Крупная монета, я хочу сказать. Крупная. Верховая. Как его пропустили, не знаю. 20-й год. Пойдем дальше. Ходим. Там пацаны еще несколько монет подняли. Классных. Но об этом чуть позже. Итак, ребята, смотрите, чё. Ух ты! Вот это да! Ай-яй! Блин, поломан, уйди, блядь! Смотрите, какой был! Был шикарный йодный крест. Блинский! Вот это печалька! Вот это печалька! Ёбстрой налево! Блин, сейчас надо посмотреть, может, нижняя часть здесь есть. Хотя, здесь вот перелом уже старый. Ну ладно, что ж поделать. Пойдет. Итак, ребята, монета. Я уже знаю, какая. Я ее уже как бы пытался натереть, чтобы был 25-й год. Но нет. Это у нас двушка. 24-й год. Гурт. По-моему, ребристый. Ну, пойдет. Ребят, хожу я все по фундаментам. Взорваны фундаменты прошлым сезоном. И вот знаете, такая стеночка ровненькая, и грех ее не подрезать. Я всегда подрезаю, засыпаю за собой фундамент. И вот, знаете, подрезал. Смотрите, что выпало. Монета. Монетка. Что за монета, пока не знаю. Но размером, наверное, двушка. Сохран, конечно, домовой. Двушка Царицы Полей, наверное. Ладно, зачетно. Еще одна царская прибавилась. Итак, ребят, вон у меня кинг играется. Очень похоже было на колокол. Звенел звонко. В общем, утащил наш колокол кинг. И у меня вот, смотрите, монетка. Что за монета? Не знаю, но форма неровная, какая-то кривая. А, все, проглядывается вензеля. Это Николай Первый. Судя по размеру, 1 копейка серебром. Год пока сказать не могу. Ну, 42-й, 43-й, наверное. Где-то такие года. Ладно, пойдет. У нас вон там, вон, две машины. Жига и
как он, патриот, да? Наши пацаны. Плюс вон там вон еще одна машина. Белый Land Cruiser. Вот, я думал, тоже наши пацаны на Kia Михалыч. И мы устроили вот в этом лесочке небольшой лагерь. Так что ночевать будем здесь. Это однозначно. Ладно, верховые есть. Может быть, ночью зашурфимся. Ребят, ко мне подошел Ванквиш. Ой, Ванквиш. Веник 800, да? Хвастается. Ребят, хвастается. Ну, есть чем. Честно сказать, есть чем. Вот этим вот пятачком. 5 копеек кольцевик 1807 год ЕМ. Конечно, желал бы, конечно, сохран получше. Ну ничего, ничего, пойдет. Что там еще интересное? Так, ну, это шатун. Дальше. Трешка 24. Вроде ничего, да? Вроде хороший. Тоже. Так. Копеечка. Николаевский образец. И вот самый человек. Че? Думал, 25. 24-й год, копеечка. Так, что там еще? Так, вот. Ребят, N1. Денежка. 1800, не знаю. Фокус. Фокус. Видно, да? 1861 вроде, да? 61. Ну, тут вкусная. Так, 15 копеек 30-го года серебро. Серебрушка. 15 копеек еще одна серебрушка, ребят, РСФСРовская. И серебряная царская. Ну, я хочу сказать, что неплохо, да? Неплохо. Вот именно у меня в ладошке именно то, что желанное. Но это цыганское золото или что это, какой-то люмишка. Вот, в принципе, неплохо, ребята. Коп, в принципе, состоялся и вот из-за этих вот монеток. Хорош, хорош. Шурфа, да, вот это все? Ну, верховой. Ладно. Зачетно. Все зачетно. Хорошо. Ну, а мы ходим верха. Собираем. Может быть, на ночь зашурфимся все-таки. А так, в принципе, смотри, какую хреновину поднял, бля. Я это не снимал, но и сейчас он. Ребят, это у нас, походу, надо свечи тушить, вот так вот было. Латунь. Интересная вещица такая. Прям первый раз такое встречал. Может, я, конечно, ошибаюсь, что свечи тушить, но все равно, мне кажется, свечи, да? Да, ну да, походу. Надсвечник он не может быть, потому что здесь вот гладко все. Скорее всего, колпачок тушить свечи. Прикольная вещица. Прикольно. Ребят, кручусь возле фундамента битого давным-давно. И вот знаете, на глубине штыка вот такая вот штука выпала. Блин, мне сегодня прям везет, блин, на всякие вот такие вот декоративные штуки. Ох, я лопатой ее посадил. Теперь я вижу, что это латунь. Что это? Возможно, от подсвечника. Да-да-да. Богато жил этот фундамент. Его кое-как так вот пошвыряли. Может быть, продолжим его шурфить. Классная вещь. Классная. Кстати, ребята, вот эту штуку, которую я нашел, ребята, от подсвечника или что-то в этом роде, вот это вот. Смотрите, внутри там какое-то клеймо. Смотрите. Клеймо какое-то. Интересно, любопытно. И цифра вроде 4. Что такое? Не знаю, ребят. Есть предположение, говорите. А вы знаете, что это? Я всегда стараюсь разгадывать загадки и рассказывать вам исторические факты. Вот и на этот раз решил найти истину и докопался по находке. Данная вещь является лампадкой. Лампадка от греческого «лампадион» – светильник, по церковно-славянскому – кандила.
особый вид светильника, используемый христианами при богослужении, и представляет собой небольшого размера сосуд с фитильком, наполненный лампадным маслом, который возжигается перед святым образом во время молитвы. Наша лампадка царского времени и на аукционе может достигать 5-6 тысяч. По блиц-цене отдают за 8,5. Будто разгадали очередную загадку. А сейчас возвращаемся на наш коп. Но для советского времени даже вот такие вещи, тем более с клеймом на иностранном языке, это очень интересно. Вот такая вот у меня сопуточка. Зачетная. Ладно, что-то пацаны зовут. Говорят, надо топливо принять. Итак, ребят, подошел к нам Джек Воробей. И принес вот такую вкусняху. Масонский пятак. Зачетно, правда, с этой стороны зашлепано, но я надеюсь, это очистится. Хотя вряд ли, ребят. Посмотрим. Рельеф подъеденный. Итого, Джек у нас... Это... А у меня еще царьки. А, это сегодня, да? Советик, да. Это сегодняшний. 55-й. Ну, неплохо. Угу. Ладно, а мы тоже идем.